В Саратове объявлены в розыск гаражные воры. Трое мужчин подозреваются в серии краж в Ленинском районе. Во время совершения очередного преступления камера видеонаблюдения зафиксировала момент попытки взлома гаража. В этом эпизоде неизвестным так и не удалось поживиться краденым. Однако по приезде на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили взломанными еще два гаража. Оттуда были похищены автомобильные колеса и инструменты. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 4 в Саратове просят всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемых, обращаться по телефонам 389-340 или 02.